Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и в этом выпуске мы проведем войну гильдии, да, с кем-то мы сегодня повоюем, даже не помню с кем, потому что на работе не было времени посмотреть. Но для начала мы, конечно же, сыграем в лотерейку, сегодня 1 апреля, дали нам возможность сыграть в нее 5 раз, получить 50 тысяч маны, конечно же. Руна? Ага, сейчас. Блин, нифига себе, 15 кристалликов, это уже лучше. Крутим, крутим барабан. Дальше, дальше. Ну же, может мы монстрика сегодня получим? Ага. А, вот, да, 10 тысяч маны, я ж про них забыл вообще. Дурак, что ли? Чудненько. Не, ну я рассчитывал сегодня, если честно, на 50 тысяч маны. То есть уже какой-то облом полный. Полнейший облом. Ну. О, ну вот, уже хоть что-то. Уже 20 тысяч маны, ну блин. Узнаю свой рандом. У меня, наверное, свой личный действительно рандом, в котором не присутствует праха и все то, чего я жду. Всякие там хвушечки. О, давай еще 10 тысяч. Давай, вот сейчас просто на бис. Пожалуйста, еще 10 тысяч маны, и я верю в тебя, праха. Пожалуйста. Нет, точно 10 тысяч маны не будет. Ну да, еще 15 кристаллов. Удивляет меня рандом. Да уж, дела такие. Давайте для начала еще и на... Хотя нет, на мирового босса давайте сходим после. После ГВ. Воюем мы против Crazy Club. Нифига себе. Прям банда какая-то. Так, я так понимаю, чисто русскоязычная гильдия, я уверен. Да, вот эти вот ники. Это, по-моему, Вася Петров. А это Колька Сидоров, я уверен. По-моему, так оно пишется. Ну, мне так кажется. Правильно? Я же не могу ошибиться. Так, кто у нас здесь? Блин, все эти монстры сейчас переодеты, и иногда так это задалбывает. Непонятно, что да где да как. То ли сюда взять раму, то ли сюда. Сейчас посмотрим, кто тут у нас еще. В принципе, бить. Да, я могу, кого хочу. Поэтому выбирать тут особо, да и не стоит, наверное. Давайте вот эту вот пачку мы побьем. Вальку мы возьмем во вторую пачку и, наверное, туда же и пирата, да? Я думаю, я правильно сделаю, что возьму пирата, потому что есть два ветряных монстра, которых бить будет долговато. Здесь что мы сделаем? Давайте возьмем так и дополнительно возьмем еще белоньку, белудничку, да. Я думаю, так тоже закатит. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Поехали. Все правильно, я надеюсь, выставил. В целом у тебя будет 5 или 6 шансов. Прикольненько. Да, все монстры переодеты, и классно так все смотрится. А у него нет, он лошара. Так, кого мы будем первым убивать? Я думаю, чернокожего друга нашего, темнокожего, простите, прошу прощения. Ну же, давай, умрет, нет? О, нет, оказался жирным. Оказался действительно жирным. Итак, и что мы будем делать? Надеяться на Виолент не особо хочется, но давайте все-таки, я думаю, я правильно поступил. Надеюсь. Да, я правильно поступил. Почти правильно поступил, я просто думал, кто-то из них сейчас походит. Если бы походил бы шаман, был бы шанс того, что подхилили. Ну, вроде бы все нормально. Так, ой, ты, блин, а ну, надо же было ему через Виолент походить. Так, и так, давайте пафнем на скорость и поехали. Умирай, 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 пожалуйста. 3 крита, ну, неплохо. Так, осталось этого друга добить. Чувствую, это будет долго. Ну же, давай, давай. Раскол. Отлично. И еще тычечку. Блин, надо было баф ему снимать. Ладно, давай, Ашир. Ай, господи, Виолент. Заколебал. Так, давайте бафнем на скорость. Раскол. Отличненько. Ну же, заморозь его. Нет, нифига. Давай, добей его. Ай. Ну как такое назвать? Блин. Полнейший какой-то облом.
Да, народ пока тут воюет, немножко все это геморно получается. Хотел бы сказать, что следующие гайды, вот подобные моим рандомным гайдам, точнее, то есть не связано с этим видео, они будут выходить в 7 часов вечера, не 8, как раньше, и в 9 по Москве, или во сколько они там выходили. В общем, неважно. Раньше они выходили в одно время, сейчас будут выходить на час раньше. Почему я так сделал? Потому что стримы я буду начинать теперь в 20:00 по Москве и по Украине. По моему времени, по сути дела, ничего не поменялось. У меня время сместилось, но с Россией оно, по сути дела, так и осталось. В России время не поменяли. Ориентируйся всегда, вы знаете, по Москве. То есть время у нас так, как сейчас, с Москвой одинаково, поэтому что париться, я сделал тоже для себя одинаковое время. То есть, я думаю, логика проста и ясна. Ну, ай-яй-яй, я думал, добью пирата, то есть сделаю какую-то там хорошую комбинацию. Нифига, не закатило. Ну, давай, слей ему атак бар. Отлично. Не отлично. Господи, блин, с хорошего боя превращается в геморрой. Давай раскол. Отличненько. Блин, мне эта анимация просто прикалывает, вообще тема. Еще раз убиваем эту паскуду. Давай раскол, пожалуйста. Отлично. Блин. Давай баф. Давай. 9000. 9. 12. Приятно. Ай-яй-яй. Так, висит у нас гланс. Стоит ли кидать баф? Стоит, я думаю. Да, закатит, закатит. Так, что мы сейчас сделаем? Я думаю, достаточно будет. Давай. Отличненько. Даблкил. Красотушка. Блин, видели? В Немезисе была. Это хорошая, на самом деле, часунка. Я тоже когда-то свою часунку так переодену. То есть, вторым сетом поставлю Немезис. То есть, это будет круче. Она будет терять хп и за счет этого повышать свой атак бар. И чаще ходить. Так, ну это, понятное дело, вообще никак. Микамаки. Я думаю, если что, закатит для боя. Так, здесь понятненько. Так, здесь, в принципе, один мой тессарион все это дело решит. Я думаю, мне даже веселее будет эта пачка. Я так думаю, не знаю. Да, давайте сыграем через... Здесь мы возьмем кого? Давайте вот так. И возьмем в лидеры, мы возьмем... Ой, что это? Что ты делаешь? Вот так, я думаю, закатит. Да, у меня нет хиллера. Это немножко может оказаться фатально для меня, но надеюсь, все закатит. Поехали. Так, здесь самое главное, чтобы сейчас Сигма не походила быстрее меня. Сигмарус. Сигма, почему его Сигмой называю? Итак. Давайте убивать шоколадного, пытаться. Самое главное заблокировать ему. Отличненько. И еще крит, пожалуйста. Ну что ж, подводишь. Ну скотина такая. О, отлично. А тебе мы сольем атакбар. Чудненько. Пока все по красоте. Пока премиум не особо прокает. Но здесь понятно. Смертник. Давайте убивать Ху. Если честно, мне на ней костюм не особо нравится. Как-то вот ее вот эта вот сама плетка, она теряет свой смысл. Там она такая закрученная, вся в огне, а здесь у нее будто пукан горит. Ну, не знаю. То есть такое... Это лично мое мнение. Кому-то нравится, кому-то нет. То есть я свое высказал. Ну же. Давай тебе еще два дота. А вот анимация Феникса прикольная. Она такая, как у робота какого-то стала. Блин, сколько же на тебе дота вдруг. Сдох. Скопытился. Итак, здесь, ну, обогнали мы Бернарда. Это самое главное. Сейчас он должен... Нет, не должен походить третьим скиллом. Итак, здесь Сигму я уверен, что я вынесу валькой. Это смысла рисковать. Да. Просто красотища. Я доволен. Осталось у нас пернатое чудище. Атакбар. Чудненько даже. Даже гланс его не спас. Итак, ну, добиваем, ладно. А то эти снайп вторым скиллом не убью и буду еще долго пить его, и нудно. Так, вторая победа. Я называю это так, война по-быстренькому. И да, не забывайте, приходите на стримы. Стрим у меня... Хотя я не знаю, когда это видео выйдет, поэтому я не буду говорить, когда у меня стрим. Да, неловкий момент получится. Просто приходите на стрим, потому что ссылка есть в описании. На стриме весело, на стриме интересно. Ну, я так думаю. Так как людей там все больше,
Поэтому я уверен, что на стриме интересно. И мне вот интересно уже вот эта пачка. Блин, а вот здесь вот... Внизу будет стабильная рама. Это факт. Это точно. Вот с кем его юзать я пока не знаю. Точнее, я даже не знаю, с кем в первой пачке кем вообще драться. Потому что через Вальку, мне кажется, это будет стрёмный вариант. Валька Ракана может не убить. Блин, первая пати я вообще не знаю. Тут тупо слив у меня, скорее всего, будет. Сейчас подумаем. Рама-то у меня один. А рамы на всех не хватит. Здесь этот дружанин может просто ваншотнуть кого-то. Хотя да, давайте раму все-таки будем использовать в первом бою. Но мне так кажется. Мне так кажется. Так, ветер. Может, все через ветер сыграем. Чтоб просто раму возможность была того, что и праха била бы, и все остальные. Так. Ну, блин, через ветер играть. Это дело тоже стрёмное. Давайте попробуем вот так. Так как здесь иммунитета не будет. С другой стороны, и у меня дамаги не будет. Чем же мне пробивать? У меня единственный вариант, что ракан сольёт по-быстренькому. Назовем так моего Мишку Гами. Мишка Гами, вас рассмешат своими пиздюлями. Вот, я думаю, даже вот такое мы пати возьмем. Хотя нет, бафы здесь не нужны особо. Бафы здесь не нужны. Возьмем белку. Либо не белку. Кого бы взять? Часунку. Аркан может бить и часунку. Нет, не закатит. Хлоя вообще нафиг не нужна здесь. Не появится она никак. Эшир? Нет. Нет раскола. Следовательно, Эшир нам не нужен. Это такое мое рассуждение. Люшен без бафа тоже особо не боец. Да, единственный, наверное, вариант правильный будет более-менее. Это белка, так как она нейтральна. Бафов у нее никаких нет, она не дает. Но в случае чего может подхилить. Да, и раскол будет тоже не лишним. Да, я думаю так. Хотя, с другой стороны, наверное, все-таки будет правильно взять вот этого друга. Да, мы сыграем без хила, но он будет снимать всякую гадость. Я думаю, вот это будет более правильный вариант. Но посмотрим. Не знаю. Так, а сюда мы подберем пати. Стабильно нужен Тессарион. И возьмем часунку. Я очень надеюсь на то, что часунка выдержит этого Дафниса. Дамагу от этого Дафниса. Очень надеюсь. И... Ой-ой-ой, мы взяли не того друга. А возьмем ведро. Да, будем мы разгоняться через Дафниса. И постараемся этого же Дафниса убить первого. Постараемся. Если у него все команды не походят быстрее. Я не удивлюсь, если его Дафнис там чуть бы не с 200-кой скорости. Так. Ну, первый бой меня больше напрягает. О, класс, раскол, и сейчас будет больно. О, отлично, повезло, тут реально повезло. Я даже не знаю, что сейчас и делать. Стоит ли ходить третьим скиллом или не стоит. Ну, давайте попытаемся. Отлично. В принципе, ой-ой-ой, ракан какой-то. Вот такой вот какой-то ракан. Таракан, да. Таракан. Ну и первого, я думаю, будем сливать шарика. Попытаемся. О, отлично, есть шанс. Реально появился шанс. Сливаем атакбар. Вот если сейчас шарика сольем, то в принципе это победа. Как ни крути. Да, вы видите. Шарик. Нет. Иди знай, вдруг есть извращенцы, которые одевают праху в Виолент. Праха в Виоленте, где она будет крута? На некроманте, потому что ей второй скилл переделали. Следовательно, она не будет его юзать на самом боссе, потому что с него снимать нечего. Поэтому праха в Виоленте и, допустим, контратаки с соткой крита на некроманте теперь это просто один из топчиков. Она и раньше была неплоха, но все-таки сейчас лучше себя проявит. Да, вы видите, пачка реально какая-то убогая, очень медленная. И, блин, я даже не знаю, праха вообще ничего в этом бою не сделала. Реально. Ну, как-то так, да, я понимаю, это суть моего, наверное, везения какого-то там прока стану и всего остального. Но все же, так, давайте, я думаю, хватит ему сейчас дамаги вместе с дотами. Добиваем этого ракана. Да, и честно, я думал, будет потяжелее. Вы видите, 11 несчастных тысяч. Да, ракану, вы помните, апнули третий скилл, поэтому он стал более юзабельным и интересным. Здесь пачка, я не удивлюсь, если так же быстро скопытится. Нет, не буду я бить этого друга, потому что часунка у меня любит критовать. Так, все-таки первого Дафниса. Не хочу я смотреть, насколько он меня ударит третьим скиллом. Вот честно, что-то я не особо хочу.
Но... Или дать ему ударить. Нет, не дадим ему ударить. Нет, он все-таки ударил. 7800 сразу и еще 6000. Но это печальный Дафнис. Согласны? Я думаю, да. Ни о чем-ка, назовем так. Ну, отлично, не прокнул. И тебе давай, только не крит. Красота, просто реально. Реально идеально. Да, игра слов. Бугагашенька. Так, добиваем лайку. Ну, вы видите, честно, ожидал большего. Конечно же, ожидал большего, но что получили, то и имеем. Ой, он с контратакой. Кстати, я всегда забывал, а контратака, да, на него тоже неплоха. Ведь действительно неплоха контратака. Хотя, я так понимаю, у него пассивка с контратаки не работает. В плане того, что раскол не накидывает, по-моему. Или, может, это ему так не везло. Ладно, это я еще протестирую и рассмотрю. Ну, вот, в общем, и весь бой ГВшный, да. Не знаю, насколько он был веселым да интересным. Но последний бой мне понравился тем, что я увидел новых монстров. Что это за... А, понятно, на фейку. Идем на мирового босса и посмотрим, что же нам сегодня выпадет шлакового. Да, кучу маны сейчас опять заработаем. Ну, лотерейка меня очень сегодня порадовала. Поразила реально. Я просто восхищаюсь этой лотереей. Ой, мой рандом меня радует. Хотя, блин, чему я жалуюсь? У меня за год с чем-то 6 первородок выпало. Поэтому, действительно, чему мне жаловаться? Конечно же, это не показатель всего остального. Лучше бы это бы перевести в руны, которые у меня были бы крутые. Но все-таки, как ни крути, я первородкам своим рад. Да, даже стал Вераду немножко рад. Потому что, не поверите, но я сейчас на 99-м этаже харда. Точнее, я уже его прошел, я уже на сотке. И сотку я, ну, не за горами. Возможно, на стриме я попытаюсь ее пройти, чтобы было более эпично. Возможно, раньше, не знаю, если выдержу до стрима. Так как стрим, да, будет через несколько дней. Хотя, да, действительно, возможно... О, блин, 4 камня, фигня какая-то. Да. Хотя, возможно, стрим выйдет раньше, и я уже давным-давно пройду этот хардец. И да, если я пройду, это действительно это будет первый раз, когда я на харде вылез выше 93 этажа. Два раза я 91 раз и 91 не осилил вместе с личом. Вот два месяца назад я не мог убить этого лича. А сейчас я взял просто Тессариона, и с Тессарионом я дошел. Раньше я просто не доходил с ним. Я не знаю, я вроде бы по рунам ничего не менял никому. Ну, видимо, там мне лень было тогда, а сейчас все прекрасно прокнуло. И знаете, будет обидно то, что я два месяца назад, оказывается, мог уже пройти. Еще раз спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, война вам понравилась. Оставляйте комментарии, рассказывайте ваши впечатления о войне гильдии. И знаете, ответьте мне на такой вот простой вопрос. А какое максимальное количество очков вы набивали за неделю? Хотя бы приблизительно. То есть 2000 писать не нужно, это невозможно. Просто действительно, мне интересно, и на каком этапе вы находитесь, то есть сколько вы играете и тому подобное. То есть краткую такую информацию, для меня это просто интересно, и возможно я это добавлю даже в какое-то видео. Поэтому еще раз спасибо за просмотр этого видео, добавляйтесь в друзья, добавляйтесь в группу, все ссылки есть в описании, не поленитесь, пройдите по ссылке внизу. Кстати, если вы нажмете на вот такое вот колесико под видео, да, вы можете нажать такую кнопочку, как push или push, наверное, push все-таки уведомление, что это означает. То есть push уведомление будет вам присылать уведомление о том, что у меня вышло какое-то видео на YouTube-канале. То есть у вас на телефоне, на планшете будет приходить такое уведомление о том, что действительно у меня какая-то там новинка на YouTube-канале. Это действительно удобно, знаете, я сам этим пользуюсь. То есть я также подписан на многие каналы, там, ну, всякие там приколы, фильмы, обзоры и так далее, там, на других обзорщиков этой же игры. Поэтому мне приходят тут эти уведомления, и это действительно очень удобно, помогает. То есть ты всегда можешь быть в курсе всех событий. Да, не забывайте, что я являюсь гарантом, поэтому если у вас какая-то сделка намечается и так далее, то есть без проблем обращайтесь, все это оформим красиво, все сделаем четко, без всяких кидалово и тому подобных вот этих вот плохих слов. То есть все, кто пользовался моей услугой, они довольны и рады. И еще не забывайте, что я готовлюсь, как и многие уже люди, действительно, я не ожидал того, что напишут столько уже людей, не сотни, конечно же, но я ожидал, что, возможно, там 1-2 человека отпишут, но их уже гораздо больше, этих людей, и спасибо вам, кто смотрит, обращайтесь ко мне, то есть 16 апреля, это будет суббота, это будет мой последний стрим перед моим отпуском.
от игры, от контакта и от всего я беру ровно на неделю. То есть в эту неделю я не буду отвечать вам на вопросы и вообще, то есть вы со мной связь потеряете. Нужно как-то голову перезагрузить, да, и просто уделить своей семье внимание побольше. Да, поэтому, если вы хотите, чтобы я на стриме открыл ваши свитки, то есть параллельно общаясь с вами в скайпе, если у вас нет возможности пообщаться со мной в скайпе параллельно, неважно, просто логин, пароль, я зайду на ваш аккаунт, на вашем аккаунте должно быть, ну, хотя бы 35 вызовов от 3 и больше звездочных монстров. То есть какие-то там неизвестные свитки меня, понятное дело, не интересуют. То есть мистики, камни, там стихийные свитки, леги, свет тьма свитки. То есть все вот это, конечно же, учитывается. Поэтому пишите мне ВКонтакте, я уверяю вас, этот стрим будет действительно в моей практике легендарным, потому что он будет, наверное, самым интересным. Так как вы знаете, вызов свитков — это одно из самых популярнейших видео на Ютубе в плане этой игры, то есть то, что исходит из этой игры, потому что всегда интересно попереживать, кто же что получит, кто чего-то не получит, с кого-то поржать, за кого-то порадоваться, кому-то даже позавидовать. Да, оставляйте заявки, следите за моими видео, у меня очень много видео на канале, сейчас в данный момент это видео будет либо 215-м, либо 217-м, поэтому пересматривайте мои видео, которые вы не смотрели, и получайте очень много полезной для вас информации по игре. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.